или просто-напросто закрепили, что, к сожалению, ушел на 65-м году своей жизни Приев. И давайте быстренько перейдем к составу. Начнем с команды сегодняшних гостей. Вадим Бальбух, 11 номер, Владислав Федосов, 14 номер, Никита Закревский, 20 номер, Абидеми Лавал, 17 номер, Максим Шевченко, 19 номер, Евгений Козел, 20 номер, Даниил Кипра, 21 номер. Давайте смотреть, будет у нас либо прямой удар, либо подача. Подача в штрафную, удар головой мы не наблюдаем. Справляются футболисты Орши вторым темпом. Удар поворотом наносят. Но вот перехват здесь можно попытаться Захару Гицелеву зацепиться за этот мяч. Он это и делает. Перевод направо. Здесь же должен быть Барановский. Нет, находит он это передачу Евгения Козела. Козел ставит спину, уже в штрафную врывается. Передачу не находит, обыгрывает соперника в центр. Удар поворотом, мяч в сетке. Ну что ж, Захар Гицелев начал эту атаку, подключился впереди и отправил мяч в сетку. На 11-й минуте открывают счет футболисты из Баранович. Отличная комбинация. Вот так вот сумел сохранить этот мяч 7 назад. Тут уже на центральных защитников приходится Данилу Прокопчуку выносить этот мяч вперед. Козел находит он передачу снова 7 номера. Не было ли там офсайда? Еще одна попытка удара в ближний угол. Мы видели вместе с вами, он летел, этот мяч. Устраивает. Далеко не... Шутка, естественно. Попытка прострела. Сохраняют футболисты Орши мяч штрафной соперников. Вот сейчас может попытаться нанести дальний удар. Есть попытка. Вот на добивании может попытаться отбрать мяч. И они это делают. Сравнивают счет футболисты Орши. Ну что ж, на 17-й минуте счет становится 1-1. И мяч в сетку отправляет Вадим Бальбух. Лавал вперед отдает этот мяч. Перевод направо отдает Бальбух. Бальбух. Есть заброс и есть удар. Вот это, конечно, словил себе на ногу Никита Бабчонок. Выставил себе этот мяч. Ну что ж, давайте смотреть, как же будут использовать эту первую возможность футболисты Орши. На добивании Лавал. Какая позиция была. Какая невероятная позиция. Заканчивается. Буквально 7 минут до конца. Интересно, сколько же будет добавлено. Мне кажется, минутки 2 максимум, а то и вообще 0. Прострел, мяч в сетке оказывается. И снова кто? Посмотрите, Захар Гицелев. Второй мяч отправляет в сетку. Дубль оформляет в этом поединке и занимает вторую строчку в списке бомбардиров своей команды. Первое место все так же занимает Евгений Козел. Защитниками. Перевод направо, ну и здесь обыгрывают Болбота и успевает подстраховать своего партнера, но подстраховывает не на 5 с плюсом, а на 2. Уже в штрафной зоне оказываются футболисты Орши, удар поворотом, Станкевич на месте. Этот заброс, этот навес Вадима Бальбуха или же у Захара Гицелева. Гицелев, хорошая возможность, вторым темпом будет удар, есть удар поворотом, но мимо Тимофей Барановский. Получается хорошая возможность для Барановича убежать вперед, но вот тут далековато этот мяч отправляет Дмитрий Галуза. И ответная атака на их ворота начинается. Через левый фланг. Есть передача в центр, успевает здесь зацепиться, можно удар поворотом, мяч в сетке! И снова кто? Второй дубль в нашем поединке. Вадим Бальбух отправляет мяч в сетку. Сразу же забирает этот мяч и будет у нас замена. Станкевич, очень много через него передач идут. Вот, наверное, поэтому и не могут забить третий мяч футболисты Баранович. Хороший перехват. Кипра налево будет отдавать. Болбат. Входит в штрафную, под правую убирает. Есть удар поворотом. Неплохой удар. Но вот прицел опять же надо немножко подправить. Вот выходит Никита Торбяков. Как, в общем-то, и в противостоянии в предыдущем моменте. Козел. Козел, отличная позиция. Убирает под правую. Удар поворотом. Выносят защитники этот мяч. Позиция была неплохая. Ну, получается. Чем же так не устроил 18 номер своего тренера? Хотелось бы, конечно, потом узнать. Но пока давайте продолжать смотреть. Галуза, отличный прием, ставит спину. Может наносить удар, мяч в сетке. Вот так вот. Вот так вот удается забить третий мяч в ворота команды Орши футболистам Барановичи за 5 минут до конца. И кто же это делает? Это делал 15 номер Дмитрий Галуза.